Наш родной город имеет много общего с вашим прекрасным городом Москвой. Мы имеем 830 лет, а вы имеете 840 лет. Я пойду за газетами. При таком возрасте 10 лет, конечно, это пустяки. Что вы хотите? Газеты. Может быть, эту? Мне нужны все сегодняшние. И прочтите вот это. Благодарю вас. 4 века, Вторую мировую войну. Так же, как это пережили наши белые сосиски и лучшее в мире пиво. Das beste Bier auf der Welt. Лично я его не пью. Кровь на льду. Несчастный случай или советские эксперты утверждают, что это были немецкие мины, которые остались на острове со времен войны. Хотя известно, что остров безымянный во все времена был ничейной землей. Итак, версия, были ли это немецкие мины, остается неподтвержденной. Трагедия на далеком севере. Тайна взрыва не разгадана. Эхо войны. Трагедия на острове Безымянном. На одном из арктических островов при строительстве научно-исследовательской и астрофизической международной станции во время бурения шурфа произошел взрыв. В результате погибли двое ученых, француз Жорж Люрсо и молодой советский исследователь Глеб Самарин. Все работы на острове приостановлены. Назначена комиссия по расследованию причин взрыва. Специалисты высказывают предположение, что остров был заминирован во время минувшей войны. Причины минирования острова Безымянный пока остаются загадкой. Мне нужно позвонить. Есть ли у вас телефонный справочник? Извините, пожалуйста, я ищу Йогана Риттера, 1904 года рождения, или его родственников. Он дома? Я сожалею. Я изучаю историю Севера. Имя вашего отца мне известно. Я хотел бы вас видеть, господин доктор.
Гутен таг. Бите. Их варте. Я ждал вас. Господин, мое имя ничего вам не скажет. Акулич. Бите. Вы говорите с акцентом. Вы серб? Нет, вы ошибаетесь. Эта фамилия также распространена и в Белоруссии. Я из Советского Союза. Я? Вы знаете что, мы можем говорить по-русски. Мой отец когда-то жил в России. Фрау Лиза. Хэр доктор? Бите кафе. Прошу. Здесь все осталось так, как было при отце. Прошу. Данке. Я слушаю вас. Скажите, вы знаете кого-нибудь из бывших сослуживцев вашего отца? Да. Здесь живет профессор Хоффман. Отец работал с ним до войны. Нет. Я имел в виду тех, кто служил с ним вместе и потом. На севере. Вы полярник? Нет, авиационный инженер. Я попал на север совершенно случайно. Летом 42-го года меня отозвали из армии и командировали в Англию за партией станков для авиационного завода. Ну и... Данке. Все, что случилось потом, было по пути на родину. Наш корабль шел северным путем к Мурманску. После налета фашистской авиации корабль потерял управление и затонул близ острова Безымянный. Безымянный? Позвольте, я где-то слышал это название. Вы видели это в сегодняшней газете. Ах, да. Остров, где взорвались мины. Да, этот самый. Один момент. Я никогда не слышал, что мой отец был на этом острове. Я всегда знал, что он служил где-то на севере Норвегии. Простите. Вот, читайте. Это мемуары генерала Зонненберга. Он как раз пишет о моем отце и метеостанции в Тромсе. Да. Да, это тоже правда. Но потом был остров. Мы дали СОС. Какая-то радиостанция ответила на английском языке и указала координаты острова Безымянного. На наш вопрос, кто говорит с нами, радиостанция молчала. Капитан Диггер нас приказал следовать предложенным курсам. У нас не было иного выхода.
Случилось непредвиденное. Вся команда погибла. Капитан Дигернес спас жизнь мне, но погиб сам. Залив оказался заминирован. Его. Nicht schießen! Не стрелять! Кто вы? Sprechen Sie Deutsch? Говорите по-немецки? Do you speak English? Norwegisch? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Где остальные? Antworte. Отвечайте. Weg des Schiffs. Verstehen Sie? Weg des Schiffs. Покажите путь корабля. Wo? Wo?
Курт, иди сюда. Курт. Слушаю вас, господин обер-лейтенант. Вы хотели знать, кто он? Это русский военный инженер. Кто? Это русский? Вот их судовой журнал. Все ясно, господин обер-лейтенант? А что делать с пленным? Я беру его с собой. Und was wird mit dem Gefangenen, Herr Oberleutnant? Der Gefangene kommt nicht mehr. Den Gefangenen auf den Schlitt vom Oberleutnant! Und Sie suchen die Küste ab. Rundum. Обследуйте основательно все побережье вокруг. Есть обследовать побережье? Alles an die Plätze! Macht schon hin an die Schlittmarschmarsch! Wir suchen die Küste ab! Schneller, Sie! Господин обер-лейтенант, вы не должны этого делать. Отстаньте. Я должен вернуться. У меня сеанс связи. Может, вы возьмете еще кого-нибудь с собой? Не стоит. Но все же я бы не советовал вам одному с ним. Ни в коем случае. Места.
Что мне теперь с ним делать? Почему я не прикончил его сразу? Теперь это уже немыслимо. Расстрелять связанного по рукам и ногам человека. Оставить лежать так, на снегу. В сущности, это то же самое. А потом, если он все-таки выпутается из веревок и доберется до своей базы, через несколько часов они меня догонят. Что делать? Станция. Вот она. Thank you.
Встать! Аустейн! Форвардс! Шнайдер! Шнайдер! Аусвайс, Йоган Риттер, обер-лейтенант, Мюнхен. Капитан Дигернес говорил, что севернее, совсем рядом. Через пролив есть еще маленький островок. Надо скорее уйти отсюда, скорее. А там, там посмотрим. Выбор, собственно, невелик. Аустейн, Йоган Риттер. Аустейн. Thank you.
Halt! Хайде. Шнелер. Хайде.
Zigarette. Zigarette. Fire. Главное, не думать о сне. Не думать. Сейчас, например, мне гораздо больше хочется пить. Не думать о сне. Не спит, не спит. Надо думать о чем-нибудь другом. Ничья земля. Как будто могло что-нибудь остаться ничьим в этом расколотом надвое мире. Единственная эта станция, или они высадились где-то еще? Не спит. На кой черт они забрались сюда? Не думать о сне. Интересно. Какой будет жизнь после войны? Ну, по крайней мере, не будешь думать о жратве. Разве только после долгой, хорошей работы. И потом всегда будет тепло. Очень тепло. Даже жарко.
Мне кажется, что скоро будет война. Утром, когда я раскрываю газету, мне становится так жутко. Не раскрывай их. Вот когда один человек на улице попадает под машину, то вокруг мигом собирается толпа. Люди волнуются, стараются помочь совершенно незнакомому человеку, дают свою кровь, в конце концов судят шофера. А вот те тысячи, которые гибнут на войне, их никто не спасает, за них не судят. Их будут судить. Будут. А знаешь, свастика встречалась еще у древних индейцев и на античных греческих вазах. Вот. У тебя есть потрясающая способность знать тысячи никому не нужных вещей. Да я не могу. Слышишь ты, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я не хочу, не хочу. Всегда сумею выстрелить на секунду раньше. Их обаныхцы. Суфарлирен. Verdammter Dickkopf. Ich habe gewarnt. Vorsicht mit dem Kerl. Auf dieser Insel kann man sich nicht verstecken. Vielleicht folgt ihm der Oberleutnant. Ich glaube das nicht. Los, abfahren!
Мы пойдем через пролив. Я не могу вас оставить на этом острове. Слышите, не могу! Риттер, держитесь! Thank you.
Ауштейн.